Всем привет! Вы хотите узнать о шпалерах? Решетка декоративная из сосны – самое популярное распространенное декоративное изделие для садового участка. Она славится недорогой стоимостью, простотой в обработке, прекрасной адгезией с лакокрасочными составами и замечательным украшением для садового участка. В зависимости от того, как скреплены между собой решетки из деревянных реек и брусков, они подразделяются на два основных направления – с запилом и без запила, то есть накладная. Решетка с запилом – это жесткое соединение, создаваемое благодаря замкам, которое придает конструкции прочность и устойчивость. Но имеет один недостаток. При большом наличии замков такое изделие не может противостоять агрессивным природным факторам – снегу и дождю. Поэтому мы рекомендуем размещать такие решетки под защиту крыш, навесов и вдоль стен строений. Чаще всего шпалеры с запилом используют для возведения небольших удобных архитектурных строений, требующих надежную крепкую фиксацию, таких как веранды и террасы, садовые беседки, летние кухни, местах для игр и отдыха, как разделительную перегородку внутри комнаты, для зонирования пространства помещения и, конечно же, как отличные украшения. Второй тип данного садового изделия – это накладные шпалеры. Они могут быть использованы с целью обозначить границы садового участка, стать декоративной частью для забора, послужить вертикальной опорой для растений. Пользуйтесь и применяйте свое удовольствие, где хотите и сколько хотите, здесь нет границ дозволенного в ваших фантазиях. Чтобы получить более стойкую, выдерживающую большие нагрузки, ее обрамляют деревянной рамкой. Размеры декоративной решетки зависят от ваших пристрастий и требований. Они могут производиться по индивидуальным заказам с учетом всех ваших пожеланий. Также имеются в наличии стандартные конструкции. Звоните к нам на лесобазу, заказывайте садовые шпалеры. До новых встреч!